Уважаемые пассажиры, мы готовы к взлету. Убедитесь, пожалуйста, что ремень безопасности застегнут, затянут, столик закрыт, спички закреплены, вертикальное положение. Желаем вам приятного полета.
Сирена с Эмаром. Температура воздуха в аэропорту 7 градусов ниже 0. Просим вас застегнуть и затянуть безопасности. Убрать дверные столики. Перевести спинки кресла в вертикальное положение. Опустить подлокотники кресла, отключить кресло, отключить электронное устройство, убрать ручную дверь, подлокотную полку, не потянуть 50 кресла, снять наушники. Затянут. Столик закрыт, спинка кресла принимает вертикальное положение. Уважаемые пассажиры, наш самолет произвел посадку в международном аэропорту Урумчи имени Сергея Королева, города трудовой доблести Самара. Город трудовой доблести, почетное звание Российской Федерации, установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года в целях увековечения подвигов трудников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 по 1945 годов. Температура воздуха 7 градусов ниже 0. Местное время 16:00. Вам необходимо оставаться на своих местах за стеснутыми безопасности до полной остановки самолета и выключения светового табло, застегните ремни. После установки трапа бортпроводники приглашают вас к выходу. Будьте внимательны и осторожно при выходе из самолета на трап. Перед тем, как покинуть самолет, убедитесь, что не взяли все свои вещи. Просим обратить особое внимание на карманы впереди стоящих кресел и пространство между сиденьями. Багаж вы сможете получить из дальнего вокзала. Необходимую информацию сможете получить информацию от того аэропорта и представителя авиакомпании. Уважаемые пассажиры, приобрести билеты.